Телеканал КРТ представляє. Польща задержаны 6 українців, організаторів крупного подпольного производства сигарет. Вот так вот наши дорогие едут в Польшу, создают очереди на границу в Польшу. А когда приезжают в Польшу, такие: а чё тут сигареты дорогие в Европе, надо делать и продавать, а почему бы и нет. Подсолнух перетрусили, бумажку закрутили, продали. 2 евро получили. Ну, так это хорошо. Это люди, во-первых, бизнесмены, во-вторых, так, они помогают. Слушайте, что это за подход? Вот это капитализм, вот это вот дорожание. Люди хотят себе, нормально себя медленно убить. Вот. Давай себе. И не тратить большие деньги. И наши настоящие, хорошие, умные граждане Украины приезжают и помогают, и креативные, да, потому что это же не так себе взял, перенес через день, надо что-то придумать, спрятать какое-то отверстие, где тебе, у тебя это не найдут, и ты это перевозишь, и мы же знаем, что в Голландии и в других развитых государствах принят закон о эвтаназии. Так. Вот, это своеобразная медленная эвтаназия не за большие деньги. Я считаю, это очень гуманно. Поэтому какие могут быть претензии? Никаких. Никаких. Тем более, я считаю, что работать легально украинцам, скучно. Себя не уважать, да? Себя не уважать. Я же повторю, мы все сегодня как цыгане, поэтому они и находят какие-то лазейки. Они успевают там, мы лесовые черты, якісь. Знаете, да? О, все. Так. Извините, вы не смотрели, да, это видео? Посмотрите, пожалуйста. Давай, поехали. Гей, гу, гей, га, так это в нас життя. Наплечники готові, прощай, моя дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо самі, де завтра заночуєм, чорти ми лісові. Гей, гу, гей, га, чорти ми лісові. Я ж говорю, що люди креативні завжди. Особенности в некоторых... Особенности сейчас и особенности Гончаренко вместе с особенно Вятровичем или Вятровичем. Да. Или мне плевать, какая как его фамилия. Мне плевать, какая у него фамилия. Я знаю его суть. А суть он и в песок, да.